Работа по укладке асфальта во дворе дома номер 54 на улице Северной в Одинцове идет полным ходом. Это только одна из дворовых территорий муниципалитета, которые планируется благоустроить с привлечением областных средств. Депутат Мособлдумы единорос Дмитрий Голубков проинспектировал работы. Идет замена полностью дорожного покрытия и обустройство прогулочных тротуаров. Пешеходных тротуаров, это в общем, улица с большим проходным движением, поэтому все должно быть организовано безопасно. Работы в поселке имени Герцена и Вьюдина уже завершены. На Можайском шоссе, улице Свободы и Вокзальной осталось установить дорожные знаки и разметить парковку, восстановить газоны. На Бирюзово, Сосновой и Северной работы активно ведутся. Начались недавно, но темп набран, бригады на месте, подрядчики вышли, техника работает, поэтому до конца месяца работы должны быть сданы, и жители смогут пользоваться полноценно данной дорожной частью. По словам Дмитрия Голубкова, уже в ближайшее время во дворах Одинцовского округа заменят более 20 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия. Отремонтируют 5,5 тысяч квадратных метров тротуаров и благоустроят 440 парковочных мест. Елена Морозова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».